Иду с охоты, ребята. Добыл две ронжи, два рябчика. Он сейчас вот решил вот рябчика порезать, сварить в котелке с рисом. Хочу костровой еды. Вот такие вот дела, ребята. Сегодня охотились с Лехой, с Кипрушем. Он убил одного рябчика. Мы увидели с ним штук 15 рябчиков. Такие дела. Все, буду готовить. Все, готовим. Рябчик. Котелок. Думаю, что за херня будет, это кукурузник. Охренеть. Че ему, интересно, тут надо? Давно я их не видел. Охуеть. Ну меня, наверное, сфотографировали, суки. Охуеть. Сразу почему-то это... Войну напоминает. Раньше вот так вот летали же, блядь. А тут вот кукурузник пролетел, сейчас реактивник полетел. О, какой. Красивый самолетик, блядь. Хуёво приближает. Охрененно, блядь. Меня, наверное, с ронжей засняли, суки. Хуй знает, кто это, лесники или просто туристы какие. Ой, сколько я их не видел, эти кукурузники. Уже с армией, наверное, последний раз в 2005-2006 видел. В Лондоне, когда был, там постоянно они летали, пожары тушили, сопки горели когда. А так вообще давно не видел. Прям эйфория какая-то. Четкость такая. Охрененная. Вот он, блядь. Охуеть как. Фу, чуть выдолбил, ребята, бобра. Попался у меня в первый капкан. Фу. Короче, дней 25 у меня стояли капканы. Не проверял с неделю, наверное. Вот попался такой килограмм, наверное, 8. Весенний, сука. Чуть выдолбил я его, блядь. Попалась сегодня кедровочка. Видосик есть. И бобрик. О. Хвост небольшой. Такие дела. Угу. Угу. Передней лапкой попался. Бобрик. Все, короче. Фу, пойду в петлю проверять. Все.